контакты есть? Ну, в Game Names, да, вот. Пишут люди. Хорошо. Wanna see Johnny Cage, please. А они уже стартанули. Может, они перестартанут? А? Так, кто у нас остался из знакомых? Во-первых, отрадно видеть Тодда. Действительно, это Тодд. Фр. Это его аккаунт, насколько я помню. Тодд Фр. Какой он играет его? Или... Он играет. У него, правда, русский флаг, но это Тодд. А против Визы играет какого-то. Угу. Рядышком Нейтрон. Но не факт, кстати, что Нейтрон про это самое. Можем, кстати, посмотреть что-нибудь стримчанский. Там Сокол стримит. Там ТГВ, Соник, например. Можно посмотреть. Все так, но пупка слишком много, вара 3 сильно мало было, да. Не, все, PUBG не будет. О, давай посмотрим с Визом. С Визом кто там играет? Виз? Не вижу. Game name? Не-не-не, это просто я Соника... А, Тодд играет. Тодд играет. С Визом. Давай Соника включим, ой, посмотрим. Угу. Кстати, да-да-да-да-да-да, да, ты же можешь убить его. Может же достать, не достал. Да ё-моё, там мог архмага подрезать. Соник негодует. А здесь Соник негодует. На Good Game стримит. Ну, в разделе, в турнире ты видишь, там вкладка стримы. А-а-а, заходишь понятно, туда, и там все клёво. Я могу тоже и туда. И Бонивур стримит в турнирах какой-то лабудень. Да? Да, ему сразу эту как... Штраф? Сейчас да. Я добавлю свой стрим сюда. Так, включили Соника. Да, хорошо. Че, Соник ничего не делает? Нет, Соник такой что-то печатает. Соник смотрит игру, он же, даже не он играет. А, блин, сорян. Так, видишь, он время. Играет одной рукой, одна мышки Тодда контролит просто. Да, кстати, у Тодда 57 сапплая, битый архимаг, 47. Первая нага. Угу. Ну, первого уровня нага, да. Судя по мане, свежачок, она не так давно вышла. Из алтаря. А там будет, да не, из таверны. Из алтаря с такой маны не выходит. Чего ты начинаешь-то? 100 маны. У него было 200 сейчас, видишь, шкала. У него 330 маны на первом уровне, у Наги. Да, я понимаю. Ходила рядом. Ходила рядом. Ползала, а не ходила. У архимага, скорее всего, выкупленный герой. Выкупленный. Потому что у него пол HP было. Соник там реально с кем-то чатится, а на самом деле у него там на базе у Тодда эльф находится. И пытается штурмовать ту самую базу. А тот ответно атакует. Но Соник не здесь, он не с нами. К сожалению. Очень-очень жаль. Кинешь сетку. Он не рейдер тебе. Ну, там в чате у нее пишет с этого, с твича. Что происходит? Все нормально? Во, хорошо. Убивает... А, и эльф возвращается пешком на базу. Что... А, он ставит еще на экспанд у себя на натурале. Короче, инициатива переходит в руки Йоанна Мерло. Mm-hmm. К сожалению. Подрезает только фута. А че не додиспелил-то элемент? Там две дриадки, одна фуловая по мане была. Короче, Виз теряется немножечко в происходящем. Да и Соник тоже что-то потерянный. Мне кажется, он договаривается со своим там следующим противником. Mm-hmm. То есть он... Третий уровень получает Нага в это время. Ага. Ее еще зовут Анна Кондра. Видишь, какая игра слов. Это типа анаконда. Да, да. Ой, дриадки получили хорошенько. Пирсинг дэмэдж, он ее отсылает назад. Где Рик? Может, нету. В смысле, нету? Book of the Dead медведя. Получает эльф. Ну, его надо же все равно сделать, не? В смысле сделать?
Ну, апгрейд. На рык. Если они в форме медведя. Ну, он же превращался сейчас из формы. Да, но он же для лечения превратился. Ну, у него была... Ну, короче, что-то начинаю. Ладно, в это время убий за 49 сплай, у Тодда уже почти 70. И да. Убивается ферма. У Тодда он будет supply blocked. Он не может, не сможет выйти over 70 supply. И это ничего не решает. Да, абсолютно. Только хотел сказать, что и к чему. Ферму не добил. Ферму не добил. Палево. И медведь такие, не погоди. Два удара. Кстати, аура вампирская. Ну, вампирика аура. Это норм для медведя. Она сейчас бафнута после патча. 20% дает. Да, главное добежать. Раньше 10. Что там магу выпало? Mm-hmm. Капюшон хитрости, понятно. Ну да, сейчас тот должен на марше идти на мейн. Пушить. Ему бы в магазин зайти, я не знаю, что там по свиткам лечения у него. Понятно, что там панды нет, но с таким количеством рифлокастеров после форкета, после... Да и вообще без свитков он идет. Но там, правда, 53 лимита. У Виза, увы. И Нага Тодда просто кошмарит всех виспов. Да, выстрел форкет. Минус Лорница, минус Мунвелл. Эльф пешком подходит. Потерял Мунвелла. Стафается Дима. Грейды на гигантов почти готовы, а есть гиганты? Нет гигантов. Но он одного сейчас накопит на него по ресурсам. Да, Константин Замин, это... Это как раз тот самый Тодд из Four Kings. Он очень много играет в Арик, как сказали, последние два года, по крайней мере. При этом до этого у него был период со Старкрафтом. Правда, там он больше как комментатор в результате раскрылся. Вот. А так он просто стример был. Да, так просто стример. Ну, эльф развалился. Увы. К сожалению. Увы. Да, Соник чешет репу. Думает, как мне победить Тодда, да? А это его будущий противник? Нет. Или там близко? Не, нет, не близко? Нет. Тодд будет против Нейтрона или Вана играть? Во-во-во, Нейтрон точно. Или Тодд Андед. И Undead. Это самое главное не прозевать. Ну, геймнеймы я не вижу там, но после... Те, которые проверил, они... Я тоже чекаю. Иногда может показаться, что Соник спит, но нет. Он бдит. А, можно будет еще посмотреть Кэш против Крава. Угу. О, солнышко, опять Винчик пришла. Красная. Ну, за базу придется сражаться эльфом. Если тот просто ее... А, там уже свитки лечения и т.п. Ну, тот может здесь не сражаться, опять же. Гизи. Если так посмотреть, к сожалению. Да, Вис, да, это, да. По-моему, из чатика, пацан, нет? Да, кажется. Ну, это точно с Good Game, товарищ древний, но я не помню, когда он последний раз отписывался. Ну да, это Good Game-овец. Ну, слушай, у нас Good Game-овцев, которые могут убить Тодда, прилично. Я думаю, что да. С десяток-то наберется. Просто как бы... Изи. Какие проблемы. Некоторые его даже уже убивали. Это точно. Постоянно замечаю, что эльфы проблематично становятся, когда выходят в мортиры, тем более, если еще замедление 40 кастует, почему бы им армора не добавить? Кому? Мортиром, может? Армор триадкам ничего не принесет против мортиров. Потому что они все равно будут их разуплотнять в салат. Из-за того, что у них unarmored. И там, ну, такой бонусный дамаг против них. Зато добавление армора может сломать другие матчапы. Вспомните, да. Как часто в Маздриат играли. Везде причем. И в эльфийском мироре, и против андедов играли в Маздриат. Против орков. Против орков играли, без мастер панда особенно. Это вообще классика была. Или Дима и панда, и Маздриады, и все. То есть, во-первых, нельзя сбалансировать, не принимая во внимание... другие расы, то есть это так делали иногда раньше, и это было неправильно.
Вот, ну и чаще всего эльф проигрывает не потому, что, типа, ну, кажется, что мортира убивает дриад, а потому что просто это тайминговый пуш у хумана плюс 20 лимита. И даже если там не было этих двух мортир, но вместо них было там плюс 3-4 рифла, сильно бы картина не поменялась. Ну, то есть, да, было бы попроще эльфу в плане контроля, но не в мортирах дело, а в том, что тот все-таки поставил базу, все-таки получил преимущество, сделал выход хороший из лимита и таймингово проатаковал эльфа, и все. А дальше уже вот то, что мы с вами смотрим, это, ну, после первой атаки на базу эльфа, когда он снес ему лорницу, когда снес ему Мунвелл, это уже в одни ворота. То есть, да, тут шансы никаких. Тут растягивает удовольствие. Да. Но в следующем раунде уже стоит ван и ждет его, то есть мы можем сразу перейти. Да ладно. Да. Там X-Lord еще геймнейм. Зайди к X-Lord лучше, а? Я тоже зайду к X-Lord, потому что черт его знает. А, хотя мы же в любом случае... Ладно, лишним не будет. Давай ты к X-Lord зайди, а я в другую игру зайду. В крайнем случае я смогу на тебя переключиться, а ты на меня, если там что-то пойдет не так. Так, X-Lord. Просто X-Lord геймнейм, да? Еще да, просто открыто. X-Lord — это свеженькая информация. Минут назад она появилась, поэтому... А с кем играет X-Lord? Посмотришь по сеточке? Да. X-Lord играет против Рахвин. Болгария. А. Рахвин. Рахвин. Может быть, в одни ворота, да. Просто на морозе. Ну все, ты три доделал. Пока ж нету игры. Все доделал. У Тодда там красивый полный фарш. Полторака на руках. Касл. С орком даже полиморф делает, да. Представляешь? Жирует. Не, ну он растягивает удовольствие просто. Ну, он же давно знает, что он победил. Там эльф просто не затащит против такого микса и такого преимущества по финансам. Нужно в соточку выходить, Тодду в атаку идти. Так-то эльф может до 80 докопить. Посмотрим. У него пара медведей, три Mountain Giant и пара фериков. Микс хороший, но... Мало кто в этом миксе может урон наносить. Увы. А грейд великанам на антимагию не дает кастовать на них полиморф же. Да-да-да. Чтобы проще понимать, ну для себя, по крайней мере, я в свое время зафиксировал. Грейд на Mountain Giant'ов делает их тип сопротивления, как у героя, со всеми вытекающими последствиями. То есть у них увеличивается Magic Resistance, как у героев. У них, ну, до 30%. И ну, длительность заклинаний сокращается, соответственно. То есть если, например, Fairy Fire действует на юнита 1.5 минуты, если мне память не изменяет, то на героя где-то секунд 10 или 15. То же самое на МГ. Если заклинание не действует на героев, типа как полиморф, оно и не будет действовать на гигантов. Ну или как Possession, например, у Баншей. Они тоже не могут переманить Mountain Giant'ов. Апгрейд очень хороший. 25% нет, нет, 30%. Резист 30%. 25% у героев было, кажется, во времена Рока. Эту цифру меняли, но это было очень... Ой, как, какой! Дроп делается! Ты видишь? Как же ферики штрафуют, а? Там бедные присты, бедные сорки, но свиток спасает ситуацию. Ферики умирают потихонечку от вертолетов. Да, и тот не потерял ничего. Может, просто дозаказался. Не, там есть пара трупов мелких, но это мелочи реально. X-Lord до сих пор нету игры. Да. Ну, сейчас будет следующий уже. Можно к агенту зайти. Агент через тройку. Давайте чекнем. Тут просто уже интриги нет, надо переходить в следующую. Агент открыто, готово. А с кем он играет? Зашел. Я тоже зайду. Три... А, Лекс, Undead, по-моему, хороший даже. Ну, если хочешь, давай рассосемся, ты можешь прокомментировать Тодда против Нейтрона Вана, или... а я... Да нет, я думаю, что вместе надо. Ну, только не знаю, что. Ну, хотя, как скажешь, на самом деле. Можем если честно, я бы посмотрел Вана с Тоддом.
Ну тогда но давай к Вану, к Ван и тот. То есть досматриваем Соника и... Просто ты можешь в игре понаходиться какое-то время, вдруг они затянут, вдруг они не сразу стартанут. Окей. Вот. На всякий случай остался, да, в игре. Угу. Так, мы смотрим Соник. Револьвер спрашивает, а Цейка сильный игрок? Слушай, он стандартный хуман вообще, с не очень выдающимся по контролю. Он... Из особенностей он довольно агрессивен против орков. То есть на старте со вторым левелом уже прибегает. Но... Вот контроль я у него выдающегося не увидел. Он еще... Ты же увидел, что у него ТП не было? Просто бегал, пол игры без ТП. Я понимаю. А как я окружил? Ты видел, а? Ага, человека в плаще. Ну, потом я плащ увидел. Так, в это время ловит химер хавками. Это, конечно, тема забавная. Но когда есть разрушенные ясты и блоки, их меньше, чем... Да. Разваливается эльф, к сожалению. В гипогрифах и химер это тоска. Химер он с фулл хп отослал назад. Могла бы ТП есть. Полиморф, полиморф. Пошел. И минус мага у Тодда, что? Да, забей. 54 лимита там на 100, наверное. Сейчас развалится все. Классный летающий овцы. Химер хорошо дамажит против найтов. Да, но там не только найты, к сожалению. Там прям все. Там боли. Светоключение классный, мейн. Перекопался. Санфиш, привет. А Соник кто по расе? Соник эльф. Соник очень хороший эльф. Соник вообще, наверное, в топ-3 фаворитов турнира. Ну ладно, в топ-5, учитывая то, что там еще всякие зарубежные подтянулись. Тот же X-Lord, я думаю, вполне может претендовать. А так вот, СНГ-шный топ на данный момент, кроме, естественно, Дмитрия, это Хавк, Фоги и Соник.